И очень его ценим. Значит, пожелаем нам всем замечательного, радостного и светлого праздника Ханука и хороших вестей. Я постараюсь не говорить тех вещей, которые нам хорошо знакомы. Я хотел бы направить обсуждение в какую-то сторону, где не кажется, что есть готовый ответ. Мы знаем, что праздник Ханука находится в довольно своеобразном положении, если посмотреть на традиционную литературу. Практически каждому другому празднику, будь то праздник по закону Торы или установление мудрецов, посвящены, в общем, довольно значительные сочинения. Отдельный трактат для праздника Песоха, отдельный для праздника Суккот, отдельный для Пурима. Про Хануку в этом смысле есть очень мало. Нет не только никакой книги в Танахе, нет не только никакого трактата в Мишне и Талмуде. Но, в общем-то, очень скупо отражен этот праздник в нашей литературе. В трактате «Шаббат» как бы заодно с обсуждением того, какие масла и какие фитили годятся для субботних свечей, заодно обсуждаются законы ханукальных свечей, что является главной обязанностью. Мы каждый вечер зажигаем ханукальные свечи. Такая ситуация, почему праздник Ханука, так сказать, обижен. Если этот вопрос нас заинтересует, мы можем к нему вернуться. Но меня сейчас больше волнует та тема, которую я постарался обозначить в заглавии, как праздник Ханука связан с проблемой отношений между братьями. Почему этот вопрос вообще возник? Вот в трактате «Шаббат», там, где во второй главе обсуждаются годные и негодные масла, фитили и вообще законы ханукальных свечей, неожиданно приводится цитата из того раздела Торы, который мы читали вчера. В шаббат. Мы каждый шаббат читаем определенный большой главу, раздел, недельный раздел Торы. Вот во вчерашнем разделе Ваешев мы читаем ужасную картину, как братья бросили Йосефа в яму. И Талмуд приводит этот стих Торы: «А яма пуста, нет в ней воды». Ну, надо сказать, что вообще это событие, если посмотреть на него свежим взглядом, выходит за рамки наших обычных представлений, если только мы не оглянемся на нашу текущую реальность, где мы сегодня стоим. Братья до того переполнены ревностью, завистью, нелюбовью к своему брату, что сначала хотят его убить, потом старший отговаривает их, слегка спуская на тормозах: не убивайте его прямо руками, бросьте вот в эту яму. Надо сказать, что в яме он тоже спасен только благодаря чуду, потому что Талмуд нам прямо в этом обсуждении говорит: зачем, собственно говоря, после того, как сказано, что яма пуста, Тора добавляет: нет в ней воды. Вот если читать внимательно и полагаться на серьезное мнение, что Тора не употребляет лишних слов, неужели есть нужда перечислять, чего нет в пустой яме? Если яма пустая, так она пустая, там нет ничего. Как говорила Алиса, ничего чего-нибудь. Но теперь, когда, сказав, что яма пуста, Тора говорит, нет в ней воды, она, оказывается, не расшифровывает, чего там нет,
Наоборот, говорит, воды там нет, а что-то другое есть. А что другое есть в яме посреди сухой пустыни? Понятно, что в ней есть змеи и скорпионы. И поэтому бросить брата в такую яму, чтобы его тут же закусали змеи и скорпионы, это тоже спасение в очень таком относительном смысле. Ну, хорошо, что есть небесное управление, и Всевышний не дал закусать этим тварям замечательного праведника. Но дальше выступает еще один брат. Иуда, родоначальник будущего царского колена, говорит, а что, собственно, корысти, что мы скроем кровь нашего брата, скажем отцу, что его разорвал дикий зверь, давайте хоть продадим его, хоть на туфли будет. Какой же смысл так просто за так убивать его? Это настолько чудовищная история, которая особенно поражает после того, что нам все мудрецы, все комментаторы говорят, все 12 сыновей Иакова, то есть 11 братьев Йосефа и он сам, они все полные праведники. И трудно нам это совместить. Есть рассказ, я не могу поручиться за его истинность, но рассказ довольно любопытный, о простой еврейской женщине, которая никогда не имела досуга выбраться из дома, прийти в шаббат в синагогу и послушать, как читают недельный раздел Торы. Ей очень хотелось. Наконец дети подросли, она выбралась и попала на чтение вот этого отрывка. Она слушает, как братья поступили с Йосефом, обливается слезами, говорит, какой ужас, как можно такое представить себе. А через год она попадает снова на чтение того же раздела и говорит, а мне его ни капельки не жалко. Он в прошлом году не видел, что из этого вышло. Я думаю, что во всякой смешной истории есть доля какой-то мысли, над которой стоит задуматься. Конечно, это яма пустая, в которой нет воды, это необычайно важный образ, который будет встречаться у пророков еще не раз, у мудрецов. Но меня интересует, как сам праздник Ханука по сути своей, как он завязан на отношения между братьями. Значит, вот здесь, если у кого-нибудь есть вопросы или мысли, я хотел бы с удовольствием послушать. Что вы думаете? Чувствуется естественная, органическая нужда сопоставить эти две темы. Праздник Ханука, который установлен, по крайней мере, в результате вот этой необычной войны, освобождения храма и чуда с маслом. Как это вообще связано с братскими отношениями? Есть ли у кого-нибудь вкратце мысли или вопросы, или эта тема кажется не очень волнующей? Народ, технически можно открыть микрофон и задать вопрос, если таково есть. Если нет пока вопросов, то мы будем двигаться. Будем двигаться. Я постараюсь объяснить, почему мне кажется, что эта связь между братскими отношениями и праздником Ханука – это не нечто интересное, не нечто второстепенное. Это центральная тема, поэтому не зря посреди единственного, можно сказать, в Талмуде раздела, посвященного Хануке, зияет вот эта яма, куда братья бросили Иосиф. И для того, чтобы мои слова не казались, в общем, странными или неожиданными, или легковесными, я хочу оглянуться на то, что происходило в поколениях предшествующих. Бог говорит, сделаем человека, помещает человека в Эдемский сад, человек нарушает первую заповедь, выдворен оттуда. Никаких братьев нет, этой проблемы нет. Как только у него рождаются сыновья,
Эта проблема отношений между братьями встает во всей своей остроте. То есть сначала появляется Каин, потом, я не знаю, сколько длилось потом, минуты, часы, дни, не могу точно сказать. Но во всяком случае, когда появляется Гевель, то он появляется как брат, говорится. Она продолжила и родила брата его, Гевеля. То есть младший появляется уже как брат старшего. И как на это должен реагировать старший? Я думаю, что из всего жизненного опыта, у кого он велик, у кого он даже очень, не очень велик, но тем не менее понятно, что старший ребенок воспринимает появление младшего как ущерб своему положению. Он был целиком центром внимания окружающих, а тут появляется конкурент. Поэтому братские отношения неизбежно начинаются с конкуренции, с соревнования. Кто завоюет место в сердце родителей, в их отношениях? И это неизбежно, это человеческая природа. Какой бы ни был добрый, замечательный, послушный ребенок, этот укол ревности всегда появляется. И, в общем, всем родителям, воспитателям это абсолютно необходимо иметь в виду. И у первой пары братьев, у Каина и Авеля, это кончилось быстро и, ну, не совсем оптимально. Почему? Потому что Каин чувствует, что Эвель, который должен был бы целиком быть в его Каина подчинении, Каин не жалеет труда, он кормит всю семью, он пашет, он собирает хлеб. Эвель занимается украшательством, там, конечно, хорошо пасти овечек, но это не так жизненно важно, как земледелие Каина. И Каин быстро и проворно решает избавиться от этого нежелательного конкурента. Что мы видим дальше из братских отношений? В 10-м поколении, после потопа, сыновья Ноаха, мы видим, что у них очень разный характер, но никакого взаимодействия между ними мы не видим, кроме одного момента, который важен как раз для темы Хануки. Мы видим, что противоположность злодею Хаму, который надругался, надсмеялся над отцом. Видим, что Шем и Ефет вели себя необычайно почтительно, благородно и получили благословение от Ноаха. Эти братья никак между собой не взаимодействовали, кроме того, что Ефет послушно движется вслед за Шемом и помогает ему проявить как следует почтение к отцу. И за это каждый получает свое благословение, которое, наверное, все это знают. У Шема, который играл ведущую роль в этой сцене, есть благословение, что он получает заповедь цицит, кистей на одежде. А Ефет получает благословение простором и красотой. Поскольку Ханука базируется на той войне, которая ведется с потомками Ефета, потому что Яван, Греция – это потомки одного из потомков Ефета. Где мы видим благополучное решение братских отношений? Но пока до этого места, до того места, до которого мы дошли в еженедельных чтениях Торы, мы никакого хорошего решения пока не видим. Потому что среди сыновей Авраама есть отсутствие стычек, отсутствие войны, благодаря тому, что их разделяют. Авраам по настоянию Сары отправил Ишмаэля подальше,
Дальше сыновей Кетуры он тоже отправил на Дальний Восток. И поэтому у Ицхака никакой борьбы с братьями нет. Ну и никакого объединения не видно. Дальше перед этим у нас отношения между Яковом и Эсавом. Близнецы, которые полярно противоположны друг другу. Вот здесь противостояние братьев достигает уже почти что вершины своей остроты. И если мы внимательно и по возможности трезво посмотрим на те сцены, которые описаны в отношениях между Яковом и Исавом, то тут есть над чем задуматься, и это, в общем, напряженные проблемы. Исав, который гоняется по полям, охотится на зверей, приходит усталый, голодный, говорит: «Я умираю с голоду, от усталости. Дай мне поесть». И брат его по-братски говорит: «Ну что же, ты мне сперва продай свое первородство, потом я тебя покормлю». Как-то, в общем, хотелось бы, чтобы братья несколько по-другому относились. Но вопрос, какой у них опыт братских отношений? Мы пока, кроме противостояния и конкуренции, не видим, чтобы братья были по природе своей склонны объединяться, поддерживать друг друга. И поэтому то, что нам кажется сегодня желательным и естественным, пока еще не возникло в человеческой истории. И поэтому эти две сцены с продажей первородства и, может быть, в не меньшей, а еще большей степени с получением благословения, когда Яков под видом Исава уводит задуманное для него благословение. Это очень острый момент, но на нем мы сейчас пока, если вам это не захочется обсудить именно сегодня, это не тема специально ханукальной проблематики. Я хочу сказать, что пока мы доходим до поколения сыновей Якова, мы не видим ни одного примера, где отношения между братьями как-то получили бы положительное разрешение. И как нарочно мудрый и праведный Яков настолько явно выделяет Йосефа из всех своих сыновей, что это разжигает до чудовищной степени зависть и ревность братьев. И теперь они бросают его в эту яму, и только чудо приводит ко всем дальнейшим перипетиям. И вопрос, как это все вдруг увязывается с темой Хануки. Мы знаем, что война, которая возникла между евреями и греческим правлением, она особенная, потому что во всех остальных изгнаниях Израиль находился вне своей земли, не было храма, а здесь евреи живут на своей земле, и храм действует, и власть принадлежит не какой-нибудь дикой народности. Это не варвары, это носители, в общем, первой настоящей цивилизации в истории человечества. Потому что до греков цивилизации в собственном смысле, можно сказать, не было. Было развитие знаний и умений в нескольких древних странах, но они все были направлены на решение конкретных задач. Не все носили прикладной характер –
насколько мне известно. И только в Греции появляется совершенно абстрактное стремление понять, как устроен мир в целом. И поэтому та война, которая привела к празднику Ханука, является совершенно особенной, ни на что другое не похожей войной, которая является в принципе, в корне своем, столкновением двух мудростей. То есть греки совершенно не стремились завоевывать. Они скорее были колонизаторами, чем завоевателями. Вот Александр Македонский, конечно, своими походами завоевал гигантские просторы. Но, в принципе, традиционная греческая культура, они выбрасывали поселения по всему Средиземноморью, и создалась такая своеобразная культура вдоль Средиземного моря. Но после Александра испортилось, мы не будем сейчас входить в подробный исторический анализ, но нам важно понять, что после смерти Александра вся эта Великая империя длилась порядка десятилетия и раскололась на три отдельные части. И вот та сирийская часть, под властью которой оказался Израиль, стала почему-то вводить очень неприятные запреты на традиционную жизнь евреев. Безусловно, мы можем найти очень простые, и нужно искать простые факторы, которые этим движут. Значит, проблема в том, что тот греческий правитель, который был в этой сирийской части, был этот самый Антиох, был по своей природе человек мягкий и мечтательный, что очень, очень неприятно для правителя, для царя. Потому что он возмечтал о том, чтобы возродить былую славу Александровой империи, думал прихватить египетскую часть, ушел, в общем, с позором оттуда. И тут, вот здесь вот, мы видим корень того, что произошло. К нему обратились евреи, которые хотели перенять замечательную, развитую, великолепную греческую, эллинскую цивилизацию. То есть греки были настолько впереди всех остальных окружающих народов в смысле своего языка, культуры, науки, философии, прикладных искусств, ремесел, что, в общем-то, естественным образом, их цивилизация вовлекала любой народ, который оказывался в сфере их влияния. И столкновение с евреями было для них некоторым шоком, потому что встретить как какой-то народ, который тупо и упрямо считает, что их религия, их философия, их знания в чем-то, может быть, даже не уступает или выше нашего греческого. Есть такое высказывание наших мудрецов, которое легко понять, что профессионал всегда ненавидит коллегу. Значит, все та же конкуренция. И вот это столкновение двух мудростей, эллинской и еврейской, собственно говоря, по мнению самых разных специалистов, и породила всю западную цивилизацию. Значит, это не была война на уничтожение никоим образом, потому что греки вообще не по этой части, они не стремились уничтожать какой-либо народ, но они стремились, если говорить на языке принципа, а не конкретной бытовой реальности. Они стремились показать, что самонадеянное утверждение евреев о том,
что у них есть двусторонняя связь со своим Богом, это то, что раздражает развитую цивилизацию греков. То есть вот Мидраш, который говорит, что греки потребовали от евреев: напишите на роге быка, у нас нет доли в Боге Израиля, это звучит парадоксально. Если вы признаете, что у евреев есть свой Бог, какое вам дело, какие отношения? Есть дело. Есть дело, и вот в чем объяснение их раздражения. Мы сказали, что когда Шем и Ефет поступили очень правильно, хорошо по сыновье, по отношению к отцу, он их благословил. И Ефета он благословил простором, красотой. И говорится, что Всевышний благословит Ефета, а обитать будет в шатрах Шема. Значит, почему божественное обитание будет в шатрах Шема, а Ефет просто будет благословлен красотой, но там не будет этого божественного обитания? Это очень принципиальный вопрос. Значит, вот, собственно говоря, в чем состоит мировоззрение эллинской цивилизации. Если у вас, у евреев, есть свой Бог или свои боги, то мы это с открытой душой принимаем, поскольку у каждого народа есть своя религия, у каждого народа есть свои боги, и на здоровье. Служите им, воспевайте их, все на здоровье. Но, пожалуйста, не доходите до Влад, если можно, включите, пожалуйста, микрофон. Это я виноват. Нет, просто нажать. Я дико извиняюсь, я не нажал туда. Мне надо было впустить человека, я совершенно попал на вас. Дико извиняюсь. Если можно, отмотать на одну минуту назад. Значит, это все бывает. Мне просто не сразу удалось. Да, слегка. Значит, я хочу сказать, что это очень принципиальный момент, что эллинский взгляд на мир таков, что красота – это вещь совершенно необходимая в жизни. И уж кто понимает в этом, так это мы, греки. Красота греческого языка была признана еврейскими мудрецами до такой степени, что запрещалось писать священный текст Торы на любом языке, не иврите, за исключением греческого. По-гречески можно было писать. То есть наши мудрецы признавали красоту греческой речи, и, наверное, их архитектура и другие их достижения тоже были вполне видны нашим мудрецам. Вопрос в том, как они относились к их философии, это вопрос более тонкий. Но что хотят сказать греки? Вы можете, пожалуйста, на доброе здоровье служить своим богам, приносить им жертвы, сочинять им восхваления. Но понимайте, что это некоторое художественное творчество. Не принимайте это за реальность. То есть, говоря попросту, греки говорят: да, человеку свойственно украшать свой быт, человеку свойственно украшать свое место обитания, свой интерьер, грубо говоря. А интерьером для человека в широком смысле служит вот этот мир. Вот тебе земля, вот тебе небо. Ты можешь смотреть на небо и слагать легенды, но то, чего нет в этом пространстве, не существует. То, чего не может постичь человеческий разум, того нет. И вот здесь евреи упрямо
И даже тупо с точки зрения греков говорят, может, может. Знаете, как вариант, чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит, плохо, очень плохо, хуже не бывает. А оптимист радостно говорит, бывает. А, значит, греки утверждали, что мы законные жители этого мира. И в этом мире мы за то, чтобы узнавать, как этот мир устроен, за то, чтобы сочинять красивые песни, картины, скульптуры, все что угодно. Мы за красоту тела, за красоту речи. Но еврейский взгляд на мир отличается всего лишь одной деталью, что мы не замкнуты в этом мире. Авраам был первым евреем, он первый, когда он хотел купить пещеру Махпела для захоронения, он, обращаясь к местным жителям, говорит, я пришелец и поселенец здесь, гербетошав. То есть я, с одной стороны, человек пришлый, а с другой стороны, я здесь коренной житель. Вот это вот противоречие необычайно важно для того, чтобы понять вообще положение человека в мире. Это вопрос абсолютно кардинальный вопрос. Это замечательно выразил Осип Мандельштам. Он говорит, пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим стоит среди веков, а место человека во Вселенной. То есть человеку необходимо почувствовать, где его собственное место. Эта проблема возникает с самого начала, когда Бог сотворяет небо и землю, и день за днем наполняет их тем, что нужно. Он доходит до того, что ставит главную задачу, ради которой сотворен мир, это сделаем человека. То есть Бог создал небо и землю, и всю природу для того, чтобы они служили фоном. Для чего? Для того, чтобы появился основной исполнитель, который будет двигаться к поставленной задаче. Сделаем человека. И человек должен сориентироваться в этом мире. А мир этот, как говорят наши мудрецы, грубо говоря, пользуясь немножко популяризированной формой этой тройки, мир существует во времени, в пространстве и в желании. Вот есть три измерения – время, место и желание. И можно сказать, что три основных праздника года, которые даны Торой, и посвящены работе над этими тремя аспектами. Песах посвящен работе над временем. Я говорю это голословно. Кто захочет доводов, задавайте вопросы. Суккот посвящен работе над местом. И это понятно, потому что в Суккот главное нам показано, где мы должны находиться, где мы должны проживать эту неделю. Ну и остается, что Шавуот посвящен желанию. Почему? Потому что желание Творца – это Тора. И очень желательно, чтобы человек наполнился желанием самого Творца. Вот и все. И поэтому, где человек чувствует себя дома, это кардинальный вопрос. Греки чувствовали себя хозяевами здесь, в этом мире. Но это, конечно, очень хорошо, хорошо чувствовать себя прочно. Но избыточная прочность не слишком надежна. Вот мы говорим, что царство Давида в псалмах, вообще в нашей традиции, изображается неожиданным образом
Падающая сука Давида. Что ж хорошего, что она падает? Она отличается от здания тем, что если здание рухнуло, оно уже перестало существовать. Если шалаш рухнул, его можно поставить заново. То есть избыточная прочность может оказаться дефектом. Человек, который слишком укоренен в этом мире, может на самом деле воспринимать свое положение здесь не совсем адекватно. Вопрос, мы замкнуты в этом мире или нет? То есть еврейский взгляд на мир оптимистичен по сравнению с эллинским, потому что эллины говорят, мы живем в этом мире, который ограничен, и все. А еврейский взгляд, что мир не замкнут. Есть выход в божественное присутствие здесь. И поэтому, когда народы говорят, у вас Бог какой-то странный, его не увидишь, не пощупаешь, не поймешь, что он ест, как он спит. Да, это верно. В этом потрясающая особенность всей еврейской системы, всего восприятия мира. Что вот я знаю, вот в храме есть святая святых за завесой, но его потрогать нельзя. Там открывается проход в это божественное присутствие, и мир не замкнут. А что значит мир не замкнут? Это значит, если кто еще помнит из школьного или хотя бы раннего институтского курса физики, если система замкнута, то в ней действует принцип возрастания энтропии. И рано или поздно все процессы заканчиваются, нет никакого обновления. И поэтому необычайно важно именно то, что мы живем в мире, который не замкнут сам на себя, что этот мир открыт божественному влиянию. Вот это, собственно, принципиальный спор. А при чем здесь братья? Вернемся к проблеме братьев. Говоря на прикладном уровне, мы видим, что те евреи, которые хотели порвать с устаревшей, как они считали, традицией, когда можно приобщиться к настоящей цивилизации, к просвещению греческому. Пока это спор внутри народа, эта вещь может быть болезненная, но совершенно необходимая, потому что мы видим, что было в поколении строителей Вавилонской башни, когда все говорили на одном языке, все говорили одни слова, и это чудовищная картина совершеннейшего вырождения. Это первая стройка коммунизма. Ты ему дай кирку, и пусть он долбает, и еще теснее сплотиться вокруг Центрального комитета. Это ужасно. Люди все должны быть разные, у каждого свое мнение, и борьба мнений, все хорошо, но до какого предела? Когда эти прогрессивные элементы, евреи, которые хотели быть как эллины, когда они обратились к царю, греко-сирийскому царю, с тем, что ретрограды нехорошо себя ведут, заставляют народ следовать каким-то устаревшим законам и правилам, и надо их приструнить. Когда они намекают, что храмовая казна всяких богатств, это уже перерастает в настоящую, реальную, простую, катастрофическую проблему. Если бы война мудрости и идеологии не сопровождалась такими меркантильными соображениями, то вообще трудно представить себе, с чего бы вдруг в мире возникали войны. По этому поводу как-нибудь при случае стоит почитать мидраши о том, как происходил разговор между Каином и Эвелем,
Нам этого Тора не описывает, но она провоцирует нас думать об этом. Говорится, и говорил Каин Эвелю, они в это время находились в поле, и поднялся Каин. И, конечно, хочется так сказать, что зачем ты Тора сказала, что он говорил, и не пишет, что он говорил. Затем, чтобы мы своим умом постарались подумать, а что он говорил. И оказывается, что они пытались решить три проблемы. Первое, как поделить материальные, имущественные проблемы, как разделить по-честному движимость, недвижимость. И не получалось хорошего решения. Второй вариант разговора. Они решали, на чьей территории будет храм, потому что духовные ценности – это тоже реальность жизни, без них нельзя. Ну и третье, конечно, ищи женщину, кому достанется лишняя сестра-близнец. Вот, собственно говоря, три аспекта, по которым возникают войны. Но в глубине этого есть абсолютно кардинальное и неразрешимое так просто мирным путем противоречие. Действительно ли мы живем в замкнутом мире, и все божественные атрибуты – это порождение человеческого разума? Или на самом деле может быть правильный этот ретроградный еврейский взгляд, что мир в самом деле открывается в такую глубину, где мы принимаем божественное влияние. Это решает все. Какой из взглядов правильный? Почему это связано с отношением между братьями? Наши мудрецы советуют, перед тем, как еврей начинает утром молиться, советуют очень произнести и иметь в виду то, что произносишь. Раньше, чем я обращаюсь с любыми просьбами, дай мне хорошее, убери нехорошее, я могу и должен просить о том, чтобы сделать жизнь нашего народа лучше, более подходящей для исполнения человеческой должности. Но раньше, чем я все это начну, нам рекомендуют мудрецы сказать: вот я готов, я принимаю на себя исполнить заповедь Творца, люби ближнего, как самого себя. Минуточку, куда ты за ближним гонишься? Ты же собираешься обращаться к Богу. Связь тут вот какая. Почему я должен любить ближнего? Может, он такой противный, что его и любить-то не стоит. Вот тут кроется, я думаю, самый корень того, что отношения между братьями отличаются от отношений между любыми другими людьми тем, что у них в самом деле общий источник. И эта общность их где-то в очень-очень большой коренной глубине связывает сильнейшим образом. Но на более поверхностном уровне это маскируется отталкиванием зависти и конкуренции. И я думаю, что так оно и должно быть в природе. Потому что если бы мы считали, что идеалом является полное равенство, равномерность, то весь мир давно должен был бы представлять себе сплошную однородную кашу. Но мир так не устроен. То есть, если Бог сотворил мир для того, чтобы в нем была гармония, он, безусловно, хотел этого и хочет этого, и добьется этого. Гармония требует, я бы сказал, упругости. А что такое упругость? Это значит, что любая общность достигается только через преодоление отталкивания. Вот в нешкольной физике есть необычайно общая теорема о том, что система, в которой действуют только силы притяжения, не может быть устойчивой. То есть то, что есть силы отталкивания, это совершенно необходимое и позитивное явление.
И то, что самые первые рожденные люди, Адам и его жена, были сделаны неестественным путем. Но как только рождается второй человек, говорится, родила брата его. Почему все живые существа созданы в виде множества индивидуумов? И только человек создан в виде одной пары. Объясняют мудрецы для того, чтобы никто не смел сказать, мои предки более великие, чем твои. Все человечество – потомки одной пары людей. И в этом смысле, в замысле, в идее все люди – братья. Это простой, элементарный взгляд. Но не дай нам Бог понимать это буквально. Я хочу сейчас к каждому первому встречному поперечному броситься на шею и сказать, ты брат мой. Бывают такие моменты, когда хочется чужого человека обнять как брата. Но здесь нужна большая осторожность. Для того, чтобы дойти до раскрытия этого всеобщего братства, требуется детальная работа на каждом шагу. И самое первое – это решить проблемы отношений между самыми близкими по корню своего происхождения людьми, между братьями. Поэтому так много мест и усилий Тора уделяет именно непростому, негладкому решению этой проблемы. Вот посмотрите, как устроена вся книга Берешит. Вся книга Берешит состоит из 12 разделов. Первый раздел охватывает первые 10 поколений. Второй раздел охватывает вторые 10 поколений. Дальше идет 6 разделов, по 2 раздела на одно поколение. 20-е поколение Авраам 2 раздела, 21-е Ицхак 2 раздела, 22-е Яков 2 раздела. Итого 8 разделов. Остается 4, которые посвящены одному 23-му поколению сыновей Якова. Почему? Потому что они первые через немыслимо острое противостояние приходят к тому, что объединяются по-братски. И хорошо, конечно, смотреть с высоты нас, современных людей, и сказать, как же они не могли этого почувствовать. Не могли. Потому что это было первое поколение, которому выпала такая нелегкая судьба достичь позитивного решения отношений между братьями. И что, решена проблема и хорошо? Как бы не так. Как бы не так. Когда посреди ханукальной тематики, как мы сказали в Талмуде, посреди обсуждения законов ханукальных свечей, вдруг появляется эта яма, в которую бросили Йосефа, эта яма звучит как предостережение. Вы замечательно, великолепно выстояли, показали чудеса героизма против превосходящей силы самой большой, самой сильной империи того времени. Вы победили, очистили храм. Бог показал вам, что Он вас поддерживает, чудо со светом. Но берегитесь этой проблемы, которая не исчезает, а возникает в каждом поколении заново. Это вопрос никуда не исчезнувшей в принципе ненависти между братьями. Потому что те самые герои, сыновья Матитьяху, которые выстояли, победили, последний оставшийся в живых был князем. И что? У них не было времени за этой борьбой для того, чтобы передать детям внутреннюю ценность того, что мы единый живой организм.
И мы видим, что уже через считанные шаги поколений, считанные, братья не поделили претензии на власть, и один из них, возмущенный, берет на помощь, вызывает благородных римлян, и дальше читай, как было. Поэтому эта проблема остается актуальной, горячей, чудовищно опасной проблемой. Сумеют ли братья почувствовать? Нам, конечно, очень помогает Всевышний тем, что дает пышным цветом расцветать совершенно немыслимым вещам. Когда на наших глазах президент цивилизованного, великого американского университета говорит на вопрос, можно ли считать противоречием университетскому уставу призыв к поголовному истреблению еврейского народа, президент отвечает, зависит от контекста. Если бы я это не слышал собственными ушами, я бы не поверил, что это возможно в 21 веке. Но это факт, это происходит сегодня. Почему? Наверное, потому же, почему Ицхаку не удалось исполнить своего замысла, когда Ицхак на старости вызывает своего любимого сына, старшего, Исава, чтобы благословить его. Ривка, которая знает не то, что мы думаем обычно, что один праведник, а другой злодей. Это неправда, неправда, что учитель всегда любит самого отличника. Дело не в этом. Ривка, в отличие от Ицхака, знает, что они должны разойтись. Бывает такая фаза, когда они не могут быть вместе, потому что это погубит обоих. Они должны были разойтись. И в результате то, что хотел построить Ицхак, и это можно понять, чтобы между ними был тандем, чтобы младший следовал за старшим, и старший поддерживал бы его. Вместо братской любви Ицхак своей инициативой привел к тому, что Исав не только навеки своей индивидуальной жизни, но всем своим поколениям, прежде всего через своего правнука Амалека, он передал неистребимую ненависть к Израилю. Что мы можем сказать? Провалился план нашего великого праотца Ицхака? Нет, ни в коем случае. Он не провалился, он реализуется через наоборот. Он хотел, чтобы Исав был стражем безопасности Якова, поддерживал его своей любовью, это не получается. Это романтика. А в реальности он дикий пес, который только ждет момент, чтобы разорвать этого Якова на куски, на клочья. Галаха, Исав ненавидит Якова. Но эта ненависть служит охраной для него, так же, как волки необходимы оленям, чтобы им не вымереть от ожирения. Если Яков идет по жизненному пути, то это вырабатывает успокоительный бальзам. И антисемит не бесится. Как только мы начинаем идти по пути прочь от жизни, когда мы начинаем друг друга терзать и грызть глотку, тут на нас бросается этот антисемит для того, чтобы напомнить нам, как в Мидраше, две собаки грызутся, пока не появляется волк. И Ханука – это призыв к вечному обновлению. Наша традиция состоит в том, что мне советует Тора в книге Дворим, это прямо говорится – выбери жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это чувство жизни заново, это новизна жизни. Под подготовкой к тому, чтобы жить на своей земле, является переход через ступившееся море. И когда перешли через море и увидели, что Египет утонул, тогда запели первую песнь, и что там говорится? «Это мой Бог, я буду превозносить его
Закилибан Бог, это мой Бог, я буду украшать или готовить ему жилище, Бог моего отца, и буду превозносить. И спрашивают мудрецы, почему он сначала говорит мой Бог, а потом Бог моего отца? Надо было сказать сначала Бог отца, потом мой? Нет, ни в коем случае нет. Потому что если бы он сказал сначала Бог моего отца, а потом мой Бог, то это было бы то, что называется заученная Тора. Да, вот мне папа велел говорить, да, вот есть Бог. Я хорошо выучил урок, но Богу не нужно этой обезьяньей преданности. Это не жизнь. Жизнь – это то, что, по крайней мере, я это слышал от замечательного психолога Вадима Ротенберга в его книжке «Образ я и поведение». Он употребляет термин, я не знаю, он ли его изобрел, но это замечательный термин – удивленное узнавание. Вот это удивленное узнавание – это и есть жизнь. То есть требуется матрица, требуется письменная Тора. Я должен получить эту традицию. Но если я буду эту матрицу перебирать как четки все время, то это не жизнь. Жизнь – это момент, когда я вдруг узнаю, вот это мой Бог. И Ханука замечательна тем, что она, в отличие от всех других праздников, не только праздников Торы, но и в отличие от Пурима, принадлежит устной традиции, а не письменной. Это уже совсем другой вопрос, который мы обсудим при случае. А теперь, если есть у вас вопросы, замечания, я в вашем распоряжении. Народ, пожалуйста, можно включить микрофон и задавать вопросы, если такие есть. Пока народ думает. Ну вот, пожалуйста. Я буду... Да, Эмиль, мы слушаем. Но все, да, я хочу сказать, что спасибо, во-первых, и все как бы очень правильно, но на практике этого всего не видим. Я имею в виду практику иудаизма, и никто, собственно говоря, вплотную этим не занимается. Вот, то есть, взять хотя бы пример тот, который вы привели, допустим, строчки из Мандельштама, сказать, что Мандельштам, он, в общем-то, учился в Италии, в Германии, и для него Данте был самый великий поэт. Вот. Значит, в Хануку, когда важен был больше, может быть, дух, и оружие как бы было равное, и все такое, то есть я возвращаюсь к вопросу руки Исава и голос Якова, то действительно евреи победили. Но когда пришла Римская империя, они были без руки, они не смогли отстоять. Вот, в этом отношении сегодня мы видим эти руки Исава, то есть нашу технологию и все, которое позволяет нам выжить, отстаивать наши принципы. Вот. А вот на практике, то есть это получается, что осваивать землю – это значит осваивать и науки, и искусство, и все, то есть и понимать эстетику всех времен и философию, тем более, что философия давно уже отошла от такого примитивного понимания Всевышнего. Вот, она ближе к еврейскому пониманию, то есть нематериальности и так далее. Вот. Мы этого не видим. Вот меня, конечно, волнует вот именно вот этот практический момент. То есть мы можем рассказывать про праздники, про все, но вот наше общество расколото в этом смысле. И с одной стороны, у нас какой-то кич в смысле Исава, то есть искусство и всего того, что это не национальная культура. А с другой стороны, наша национальная культура, она ограничивается Торой. И вот этого движения встречного мы не видим. Это наша академия, она не способна на это, она не делает этого. И из этого все наши проблемы. Вот. И я думаю, что как бы тут должно быть движение и снизу, и сверху. То есть вот движение... Эмиль, я дико извиняюсь по причине ограничения. В чем вопрос? Да, хорошо, ну я понял. Я вопрос, как бы, да, мой понять. Меня интересует как бы... Что, где вы видите практические, значит, какие-то действия в этом направлении, сближения? Значит, okay, я думаю, что проблема, которую вы отметили, необычайно принципиальна. И как раз вопрос о достижениях других цивилизаций, это, вообще говоря, вопрос неоднозначный.
Но я думаю, что идея о том, чтобы отбросить все, все, что дала нам наука и прочее, это направление точно, точно похоже на ломателей машин и не подходит нам. Но я боюсь, что я недостаточно отчетливо сформулировал мысль о том, что принципиальное различие состоит не в том, пользуемся мы эстетикой и так далее, а вопрос о том, что мы украшаем. Значит, человеку свойственно и следует ему украшать свое жилище. Это правильно. Вопрос только в том, где это жилище. Я говорю, что человек должен знать свое место. Это начинается с самого Ган-Эдена, где посреди Ган-Эдена поставлено специально смертельно опасное дерево познания добра и зла. Ты творец, если оно так нужно для устройства мира, почему ты его не спрятал? Ответ очень простой. Для того, чтобы человеку помочь правильно сориентироваться, где он находится. Когда большевики пользуются замечательной песней «Широка страна моя родная», «Страна моя родная», да, было немало евреев, которые просто воспевали этот замечательный строй. Человек проходит как хозяин. Угадайте с трех попыток, куда он проходит. Если человек проходит как хозяин, то его обманули, потому что хозяин уже есть у этого мира. И в этом вся штука. Это то, что я пытался с самого начала сказать, что правильное место человека – это между небом и землей. Человек получил очень важное поручение. Его поставили обрабатывать райский сад. Эта работа не пыльная, но очень важная. Человек должен быть сотрудником по исправлению мира. И если я знаю, что у мира есть хозяин, и он благосклонно смотрит на нас, и может, и хочет, и помогает нам, то это радикально отличается от того, что я принимаю и полностью погружаюсь в чью-то чужую картину, которая думает, что этот мир существует как реальность. Настоящая реальность не ограничивается этим миром. Вот только и всего, что я хотел сказать. Практически, теоретически, как угодно. В этом вся разница во всех вопросах жизни. Но это не западный... Имель, секунду, я дико извиняюсь, я дико извиняюсь. Давайте, может быть, узнаем, у кого-то еще есть вопросы. Я да, можно? Можно сказать, почему Песах – это время? Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я постараюсь сказать кратко, поскольку мы сейчас не совсем во время Песаха. Но это очень справедливый вопрос. Я вам скажу так. Что является главным центральным законом на протяжении всех дней Песаха? Согласитесь, что это запрет хамеца, правда? А если это так, что значит запрет хамеца? Ведь мы же не такие наивные люди, чтобы думать, что штука в том, что вот есть bad boy хамец, есть good boy маца, и все хорошо. Проблема в том, что природа склонна, даже если я не добавлю дрожжей, все равно в воздухе есть дрожжи, и рано или поздно эта мука, смешанная с водой, забродит. То есть это мне хорошо, это очень удобно, потому что дрожжевой хлеб вкуснее и удобнее в пользовании, чем пресный во многих отношениях. Но мне велено в течение недели дать схватку с чистым погружением в природу. Мне велено эту неделю не давать забродить. И это борьба против времени. Это на индивидуальном уровне. А на общенародном уровне мы сидим в пасхальный седер и рассказываем об исходе из Египта. Сын задает вопросы, отец отвечает, что было. И тем самым сын через отца соединяется со всем прошлым, и отец через сына со всем будущим. Вот краткий намек на то, как я понимаю, что это борьба с временем. Окей.
Владимир Моисеевич, слегка, с вашего позволения, мы сделаем так. Уважаемые слушатели, пожалуйста, для того, чтобы больше не как бы, делать работу лектора еще сложнее, давайте отпустим Рава Зеева. Я предлагаю сделать такую вещь. Пожалуйста, если у кого-то будут вопросы, созреют по поводу прочитанной лекции, вы можете в любом известном вам виде присылать их в одном из... То есть вы там, где увидели сообщение об этой лекции, пожалуйста, пишите там, найдите меня, это не проблема. В любом месте я обязуюсь их передать Рау Зееву. Будем надеяться, с Божьей помощью у нас будет... это не последнее заседание. И, соответственно, получите ответ. Либо Рав Зеев найдет возможность ответить, я вам его перешлю. Окей? Как такое предложение? Натан, принимаю полностью. Окей. Спасибо большое. Всем наилучших пожеланий. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Спасибо вам огромное. Всем счастливо. Спасибо огромное. Надеемся на следующую встречу. Ханов, пока. Пока. Всем пока.